Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав. Садитесь поудобнее, приготовьте что-нибудь вкусненькое и приятного вам просмотра. Fallout 76. Игра, где старые пресеты прокачки не работают от слова совсем. И почти весь ваш опыт предыдущих Fallout'ов тут не очень-то и нужен. Все это произошло из-за переработки Bethesda системы перок и талантов, которые в свою очередь превратились в карточки. И хотя нам и надо, как прежде, распределять очки, вкладывая их либо в силу, тело, ловкость или другой параметр, но влияние основных характеристик будет уже не так сильно, как раньше. Для начала, в основную характеристику нашего персонажа можно будет вложить не 10 очков, а 15, что позволит нам заиметь, к примеру, 15 силы или ловкости. Прокачать персонажа можно всего до 50 уровня, что даст нам 49 очков. Всего у нас 7 основных характеристик, каждую из которых уже вложено по одному стартовому очку. И возникает вопрос, как при требовании в 98 очков на полную прокачку основных характеристик и имея всего 49 очков на руках, прокачать персонажа правильно? Для начала стоит отметить, что основной упор прокачки идет не ради достижения максимального показателя основной характеристики, а ради бонусов и эффектов от карточек. Карточки — это то, во что превратились перки, и теперь они формируют основы нашего персонажа и его уникальные особенности. Каждая карточка имеет свои требования к основным характеристикам и, соответственно, нагружает ее. К примеру, у вас 9 силы. Карточка 3 уровня на атаку одноручным оружием требует 3 очка. Карточка на ношение брони 2 уровня — 2 очка. Соответственно, у нас 2 карты на сумму 5 очков. Итого, если вставить обе эти карты в ячейку силы, у нас будет 9 минус 5, в остатке 4. То есть мы можем вставить в ячейку еще карточек на 4 очка. И так с каждым параметром. Все это наталкивает нас на вопрос, так что, блин, качать и какие карточки где есть? Так как в игре вам не оглашают весь список что, где и как, и тут на свет выходит он. Та-дам! Калькулятор навыков. Этот замечательный сайт позволит вам легко и непринужденно создать шаблон своего персонажа и покажет все варианты карт в игре, что сильно облегчит прокачку и достижение цели. Лично я просидел за ним не один час, выстраивая комбинацию умений и основных параметров в попытке достичь идеального персонажа. Надеюсь, и вам он окажется столь же полезен, ну а ссылку на него я, само собой, оставлю в описании под видео. И такой уже небольшой офф-топ, не по тексту, который я написал, обратите внимание на удачи. В этом параметре есть куча карточек, которые позволят вам легко и непринужденно постоянно быть на плаву. Море хила, море боеприпасов... И таинственный незнакомец, который за вас может шатать любого на своем пути. Ну, в любом случае, все это вы можете найти в калькуляторе навыков. Спасибо за просмотр, друзья мои. Играйте и выигрывайте. До скорых встреч. Пока-пока.